Роскошная усадьба в Леонидово ждет новых владельцев. Площадь усадьбы составляет 20 соток. Здесь расположен большой двухэтажный дом, гостевой летний домик с кухней, хозяйские постройки, два гаража и парковка для 10 автомобилей. Территорию утопают в зелени, есть сад, виноградная аллея и парковая зона с декоративными растениями. В доме 9 комнат, несколько санузлов на всех этажах, сауна, бильярдная, зона отдыха, большое подвальное помещение и несколько технических помещений. Отопление в доме двух видов – двухконтурный газовый котел и котел под альтернативное топливо. Окна, двери и лестницы из благородной древесины. Полы, паркет. Все комнаты светлые и просторные, с видом на море и парковую зону. Высота потолков 3,5 метра. К усадьбе ведет асфальтированная дорога, а дома к морю 5 минут ходьбы. Морской берег пологий, береговая линия обустроена, глубина у берега небольшая, можно спокойно купаться маленьким детям. Эта усадьба – идеальное место как для постоянного проживания, так и для летнего отдыха. Здесь есть абсолютно все для счастья. Приезжайте, посмотрите самостоятельно, ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Более подробная информация по телефону 33 45 35.